Так, что-то давненько не играл в Suffering. Будем играть в третью главу, которая называется поистине «Мертвый сон». Не знаю, как насчет правильности названия. Ну, ладно, это не так важно. Так, темно и нифига не видно. Я типа вышел из этой двери. Что? А, понял. Типа можно вернуться. Ладно, пофиг. Бежим вперед. Теперь я думаю, что я зря так темно сделал все. Ну-ка, открывается. О, смотри-ка, да. Тут начнут эти кенты появляться, понял. Киллджой. Ах ты, скотина, закрыл мне дверь. А теперь можно посмотреть, как его мучают. Маленечко. When performing a lethal injection, it is essential that the needles be placed with absolute precision. And unlike standard medical procedures, with a lethal injection you have a patient who probably does not want the procedure to occur. Therefore, it is of vital importance that the restraints be tight and strong. Even with that, trouble may arise, and it may be incumbent upon the practitioner to take matters into his own hands, using whatever sharp-bladed objects he may have on his person. Lacerations to the body at strategic locations may put the patient into a state of shock, making him far more pliable, or at the very least, causing him to bleed to death, thus achieving the desired end. And who are we kidding? We're not really trying to be humane anyway. Class dismissed. That's right. Конечно, к черту гуманизм. Мочи людей как можешь подручными средствами. Так, что у нас тут? Охрана безголовая. Свет не включается, вот это печально. Ладно, идем. На выход, типа. А, подожди. О! Фух, я чуть не обкакался. Fuck, man, it's me, Dallas from Easton. Oh, здорово, man, Dallas. If anybody could survive this shit, it figures you could. You seen some of these things, man? Fucking whack shit. I heard the government's been conducting experiments on us inmates. Next phase of MK Ultra, if you can believe that. Проверять лучше на наркотики MK Ultra. Давай шернемся. Он паразит. Нет, я его буду защищать. Come on, man. Follow me. We gotta try to get to the outside. Давай. If you don't help him, he'll die. You're better off without him. Ты без него сможешь все сделать. Если ты не поможешь, он умрет. Да, он и так умрет. Byron, look what they did. Yeah. This shit ain't right. You made being on the inside better. You were my main man. I miss you. You never went for that kind of thing on the inside, did you, Tor? No. Well, you don't know what you were missing. Come on, this shit's too fucked up. Да, погнали. О, смотрите, еще к самбуха. Давай вперед, чувак. На быстро эту главу пройти, а то я спунькать хочу. Еще, да ты урод, ты че в меня стреляешь-то? О, давайте, бейте друг друга. Ты хватит меня валить, урод. Воу, там еще и солдафон. Я думаю, кто в меня стреляет-то? Это солдафон. Ты еще жив, чувак? Бежим, краши всех. Быстро, быстро. Возвращаемся в нормальный облик. О, ты еще жив, офигеть. Так-то. О, они еще Подожди! Стой, он еще жив! Ах ты урод!
Ты сдохнешь уже, нет? Блин, урод. We got a jet, motherfucker. Those creatures are everywhere. Точно. Так, собираем, что у них тут есть. Томпсон, патроны. Сейчас начнется, блин. На мясо его порежет. Солдафон. Так, уходи в сторону, я его порежу сейчас. Они не так быстро даже гасятся, смотри. Даже не с одного удара. Они крепкие. Крепкие ребята. Блин, не хватило, офигеть. А, смотри, нет, хватило, хватило. Решаем их, решаем, решаем, пока я жив. Отвали от моего другана. А, эпично. Ничего не вижу, нет, нет. Отвалите. Отвали, урод. Он наконец-то сдох. Где-то еще один тут тусовался. Ух, ничего тут, затарка. Нормально. Ты жив? Где? Еще один урод. Я могу голову разнести на всякий пожарный. Так, ну чё, погнали? Или нет ещё? Или тут ещё что-то есть? Ну-ка проверим. А, точно. Тут же ещё будут эти кенты. Так что рано расслабляться, пока. Воу-воу, ничего, их напрыгало там. Сдохни. И ты сдохни. Fuck, man. You're a killing machine. Да, я терминатор. I know growing up in a group home wasn't no wine and roses shit, but you one badass son of a bitch. This way, it's time for us to bust out. Куда валить-то? Давай, веди. А, наверх? Ну, давай. Я уже все нафиг забыл, как тут что делать. О, гранатки. This way. It's time for us to bust out. Подожди. Как за... Come on, Torque. We gotta get out of this motherfucker. Подожди, не вопи. Дай мне собрать все, что я хочу. Yo, Torque, over here. Заткнись. Yo, Torque, over here. Да заткнись ты, я понял. This way. It's time for us to bust out. Конечно, повалили отсюда. Come on, Torque. The only way out is through this cell block. Now I've been in there. There's some bad shit in there, man. Fuck bad up shit in there. Ну пошли. No other way. Раз там bad shit in there. Шли. Глюки, глюки. Смотрите-ка, полное здоровье. О, как я быстро прошел. Пауза. Легионес Ферус Император Синус Оккультус Фатум Терминатум Дас Омен. Империум Имперна. Фортуна грулилитас. Du triffst die schwarzen Licht, den Schatten explodiert wie ein Vulkan. Du bist wie ein Stern, der spricht, verfallen bin ich dir in meinen Bahn. In deinen Bahn, du mich ertränkst,
und stepp ich dann mir Lieben schenkst. Öffne das Tor des Schwarzlegionen, schließ den Kreis des Bösen, das Omen. Imperium. Interna, fortuna, crudelitas. Ich singe mir Nacht vor dir, wenn du in Orbit glänzt. Ich spüre die Macht, wenn du mich von den Gattern drängst. Du bist mein Heiligtum, du bist mein Licht im Raum, du bist das Leben. Du bist der Fluch. Du bist das Omen. Exitus.